проверки зрения до новой качественной и стильной оптики. Такой подарок к Новому году получили учителя 166-й Новоалтайской гимназии. Лидер российского оптического рынка компания «Айкрафт» реализует федеральный благотворительный проект по поддержке здоровья зрения населения Российской Федерации с 2019 года. Дарит здоровье зрения школам, больницам и поликлиникам. В этом году «Айкрафт» позаботился и о тех, кто учит шире смотреть на мир в Новоалтайске. Нам очень важно позаботиться о педагогах, о учителях, о врачах. Ведь они всю свою жизнь тратят, помогая нам, нашим детям. Этим проектом мы выражаем благодарность 166-й гимназии города Новоалтайска, их сотрудникам, учителям за их труд, за самоотверженность, особенно в наше непростое время. Учителям провели бесплатную консультацию, проверили состояние глаз на специальном высокоточном оборудовании, после чего изготовили педагогам очки по индивидуальному рецепту на собственном производстве компании. Пожалуйста, примеряйте. Вот у нас большое зеркало. Очки компания произвела на своем уникальном роботизированном производстве, единственном высокоточном оборудовании подобного класса на территории всей Восточной Европы. Такой подарок сильно порадовал участников проекта. Получать подарки приятно, а получать их к Новому году вдвойне приятно. Тем более такой стильный, качественный продукт. Большое спасибо компании «Айкрафт», потому что имела опыт общения с другими представителями точно таких же услуг. Но как здесь консультанты оказали нам внимание, очень тщательно подошли к каждому, и поэтому мы долго ждали, но действительно, как сказали, что подарок дорог. В этом году компания «Айкрафт» осчастливила учителей и врачей из разных городов России, ну а педагоги из Новоалтайска уже смогли увидеть мир по-новому. С наступающим вас Новым годом! Большое спасибо компании «Айкрафт». Вручение очков прошло в торгово-развлекательном центре «Парк» на втором этаже в оптике «Айкрафт». София Ценк, Алексей Фризин. День с толком.